Новый год с новой победой. После череды поражений и проигрыша минчанки зареченки все-таки одолели минского соперника на своей территории. 3-0 в нашу пользу. Как отметил тренер, были ошибки и удачные моменты. Нужно еще много работать с защитой и усиливать блок. Но все же главное... Победа важнейшая. И победа, она как бы перед Новым годом подарок нам и всем. И как бы перспектива на будущее. Да. После Нового года, конечно, надо... Мы летим на Сахалин, у нас сложнейшие матчи «Динамо», «Уралочка», «Казань», «Калининград». Поэтому, конечно, это лучшая команда. Вот, поэтому мы настраиваемся на победы. Минимум 2 победы, максимум 3 победы. Но и победа над минчанкой далась нелегко. Игра была напряженная, яркая. Все сеты обе команды шли почти вровень с отставанием в несколько очков. Первые 2 партии Заречье еще вырывалось вперед, а вот окончание встречи было на пределе сил и возможностей. То ли родные стены помогли, то ли поддержка болельщиков. Но последний сет наши волейболистки все же выиграли со счетом 25-23. Тренер минской команды считает, им не хватило характера. Вы видели, что в атаке мы и не хуже многих команд, но игровое мышление в защитных действиях и в страховке у нас очень-очень слабо. Я говорю, мы давали установку под каждого игрока закрывать определенную зону, но ту зону, которую мы давали, они не закрыли. И я оказался прав, и тем более не сыграли в защите. А вот тренер нашей команды доволен подопечными. Несмотря на травмы Воробьевой и Котовой, их сильные подачи, правильные пасы и точная тактика спасли положение. Отдельно отметил Оксану Якушину. В этот раз она показала первоклассную игру. Прыгала высоко, подавала сильно и уверенно. Виктория Руссо говорит, всем хотелось победить, чтобы не портить новогоднее настроение. Все получилось сегодня. Были недочеты, небольшие в целом. Я думаю, была прям командная игра сегодня. И каждый сделал... все как мог. Не меньшие усилия придется приложить и в игре с командой «Сахалина», которая состоится 19 января 2020 года. Задача максимум – выйти в 1/8 финала чемпионата России. Будем ждать красивой и победной игры, а самые преданные болельщики поддержат спортсменок прямо на матче. Мы давно уже болеем. Я вот 18 лет хожу, все. Езжу с ними. В «Динамо» едем, да. Вот. Скоро поедем в «Сахалин», полетим. И вы поедете? Полетим, как же. Влада Шишова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».